Всем привет, друзья! И да, Z-динозавр вернулся в виртуальный мир. Итак, мы начинаем, точнее я начинаю, вы смотрите, играть San Andreas Multiplayer. Играю я на сервере Sublime Roleplay. Ссылку на этот сервер вы можете найти в описании. Так, ну что ж, посмотрим первые шаги. Вам необходимо это карьер, завод и городской эскалатор. Работает там. Так. Общая информация. Так, мотивом. Ладно, ну в общем понятно, нужно заработать деньги. Так, возьмем велосипед и поедем. Оп, вот так вот можно прыгать тут. Ну, наверное, не только здесь. Давайте поедем за вот этим парнем. Надеюсь, он знает, куда нужно ехать. Ой, меня еще только что не сбили. Ладно, поеду один. Ладно. Проехали только что мимо администрации, но там со второго уровня есть что-то, можно искать. Только что была там журналистка это. Журналисты живут, так сказать. Так, а мне осталось сейчас вспомнить, куда нужно ехать. К сожалению, я не помню, где находится... А, нет, все, вспомнил примерно. Где находится завод, на котором мне нужно будет заработать денежку. Так, вроде как он дальше. Надеюсь, я еду туда, куда нужно. Воу, ты так не делай. Или не туда. Вот здесь где-то заводы все. Надеюсь, я сейчас найду. Куда мне нужно было. Куда мне нужно. Где мне нужно заработать деньги. Нет, это что-то не то. К сожалению, я уже посмотреть не могу. Карту. Потому что карта, если открываю, то зависает, в общем, все. А нам это с вами не нужно. Ладно, пока покатаемся так, может быть, что-то я и найду. Давненько я не играл уже. Давайте пока взглянем, что у нас. Ну-ка, давайте-ка поиграем в пейнтбол. Для этого нужно слезть. Так, я же только что как-то писал. Ладно. Видимо, я не поучаствую. Хотя я до этого писал. Он даже у меня остался. Осталось мое сообщение, где я писал. Тут домики всякие. Машинки. Но я куда-то заехал. Здесь, наверное, лучше не быть. Потому что можно на кого-нибудь нарваться. Мне это не нужно. Тоже. Не, ну я ж только что писал. Вы что, шутите, что ли? Ладно, поездим по родным местам. Нет, конечно. Давайте зайдем, что у нас тут. У нас тут ничего. Даже позаниматься нельзя. Ладно. Поедем обратно. Лучше не бросать свой велосипед, потому что его можно лишиться. В любую минуту.
я не хочу его лишиться. Так. Что-то мало кого-то. 39 игроков, что-то. Почти никого нету. Что-то я куда-то опять заехал. Ой. Не, ну я же только что говорю, я вот-вот, я писал. Ладно, поехали, забьем на это. Вот самоубийца вообще. Куда это я заехал? Ладно, покатушки обычные пока что. Пока что первый выпуск. Потом подузнаю все. Будет лучше. Будет интереснее, я надеюсь. А потом еще интереснее. Так, здесь я уже был. Давайте куда-нибудь. Поеду сюда. Такие быстрые велосипеды. Мне нравится это. Бэм. Почти ударился. Ладно, поехали. О, дальше. Дальше. Так, что у нас еще имеется на этом сервере? А, вот автобусики. Может, кто-то будет работать, может быть, кто-то меня отвезет куда-нибудь. Так, уже через 5 минут матч по пейнтболу. Я так и не научился писать. Смешно звучит, да, звучит, блин. О, F6, точно. Так. Ну, давайте попробуем. Вес. Развлечение. Так, что у нас пейнтбол? Ух ты, смотрите-ка. А, мне сейчас надо доехать. Ну что ж, давайте. Едем, надо быстрее ехать. Было бы побольше народу, было бы чуть-чуть интереснее. Но сейчас утро. Никто не играет, все спят. Все, наверное, ночью обычно сидят. О, я доехал. Ой. Тут итальянцы всем владеют, видимо. Ну что, я приехал. Бомж единственный такой, у всех такие уровни. Они меня постреляют и все. А, на инфу надо зайти. О, 3000 мне, до свидания. Я бомж. Эх. Думал поразвлечься. Сейчас. Ну, зато здесь с таким уровнем все. Не страшно, что украдут велосипед. У всех машины такие мощные.
Ну что ж, на этом и все. Заканчиваем этот выпуск. Совсем уже скоро увидимся вновь.